Сегодня вы все станете частью социального эксперимента. Оба судна полны взрывчатки. И если кто-либо попытается сбежать, вы все умрете. У каждого из вас есть кнопка, которая взорвет других. И вы должны решить... На сей раз они прям быстро. Так-так, кажется, у меня посетитель. И кто же ты такой, мой маленький синий дружок? Я пришел, чтобы... Ага. Я сказал, что иду за тобой! Хотя, может, ты и любишь взрывы. Надеюсь, ты не собираешься ехать меньше, чем 80 километров в час. Километры? Я сторонник метрической системы. Безумец! Удачи тебе, пугало ты синее! Так значит, а ты у нас вообще черт. Хорошая ведь была подъёбка. Простите, как скоро мы наберемся до Линкольн-стрит? Какого лешего? Ты как сюда попала? Мне нужна кошачья еда и половинка черного. Я не могу остановиться. Скорость ниже 80 километров равна наша смерть. Километрах? Он сторонник метрической системы. Больной ублюдок. Не то слово. Мегамэн, ты что делаешь? Я тут столько дел перевидел, а ты что тут забыл? Я на задании, твоем задании. О, все еще? Класс! Крутая машинка, сколько километров выжимает? Слушай, Гасман, и слушай внимательно. Ага, ага. А ты смотрел на ютубе «Забавных котов 3»? О, моя любимая часть. Слушай сюда, мне нужно, чтобы ты отвез эту старушку в безопасное место. Оки-доки, старушка, давай, запрыгивай. Я да ладно, хочу. Тебе хорош, не перди. Да давай, ты старпёшь, блядь, иди сюда. Слушай, у меня там тёща приехала, так что я пойду её встречу, ладно? Блядь. Да. Перевод на русский Зебуро. Озвучивали провайдер TH и Зебуро.